Ужин у арлингтонов. Вот они какие рыжульки мои. Да? Вот они какие рыжульки у меня. Да-да-да, вот они какие красавицы. Это подросточки у меня рыжульки. Вот они. Вон сколько их много. С ними еще петушки маранов черно-медных сидят. Привет. Давайте ужинайте. Вот мои голодающие арлингтоны. Да. Да-да-да. Хорошо кушают. Аппетит, слава богу, у них хороший. Да? Арлингтошки. Везде у меня на ночь горят вот такие зеленые лампочки. Зелененькие-зелененькие. У всех, у малышат, у взрослых куриц, у подростков. Абсолютно у всех в каждом помещении. Что прислушались? Что мои сладкие? Про вас рассказывают, да? Ах, они мои рыжухи. Вон их сколько. Рыжух у меня. Вон сколько у меня рыжух. Да? И вы рыжухи. Да, арлингтоны. Такие они красивые. Солнечные птицы. Солнечного окраса. Солнышко, солнышко. Вон какое солнышко. Да? Мои рыжие? Да? Ой. Да, мои рыжульки. Вот пришел к нам петушок. Маран черно-медный. Лапки у них вот такие оперенные. Да. Да, петушки золотые. Гребешки. Здесь у меня сидят тоже подростки. Блефельдеры. Очень красивая птица. Весовая категория у них просто замечательная. Несутся очень хорошо. Это девочки, две девочки, подростки и петушок. Петушка только недавно их объединила. Девочки начали у меня нестись потихонечку. Да, и поэтому это петушки и курочки с одного выводка. Да, их надо будет потом отделять. Петушка нужно менять. Да, так что у кого, если есть предложение по петушку, если он у меня не будет моей роднёй, роднёй моему петушка, с удовольствием поменяюсь. Вот какие у меня они тут красотули. Еще есть два запасных петушка из этого же. Или нет, чуть помладше вывод у меня петушки. Есть парочку петушков, я сейчас их покажу. Вот они. Да, это такие же у меня красотульки. Филифельдеры петушки помоложе, чем те. Так что, если у кого-то есть предложение в Омской области, пожалуйста, я с удовольствием поменяюсь петушками, обновить кровь. Да? Что, мои рыжули? Ужинать? Ужин когда у вас закончится? Ой, там еще у меня, я забыла, курочка сидит брестгальская. Завтра, наверное, буду вас уже и с брестами знакомить. Тоже замечательнейшая порода брестгальских. Вот там одна беленькая у меня девочка ходит, брестгальская. Как будто выводила по заявке, и она у меня осталась одна. Красотушка. Так и выросла среди рыжух. Да? Арлингтон палевый. Да, вон какие красивые. Да, вон вы какие у меня красивые. Еще раз покажу, какие. Вот какие красивые. Рыжухи, дайте вас сниму. Да чего они красивые? Окрас у них просто шикарнейший. Да? Дайте я поглажу. Вот такие у меня рыжульки. Вон целое стадо.